Привет и добро пожаловать в бисерное королевство зеленой птички. В этом видео я покажу, как сделать вот такой шикарный королевский браслет, как у Кейт Миддлтон. Кейт – образец элегантности, стиля, вот этой вот тихой роскоши. Я тоже хочу себе такой браслет, поэтому я пошла к нам в интернет-магазин greenbird.ru и взяла несколько вариантов цепочек, которые сейчас я вам покажу. Я сейчас выбираю между вот такой вот с круглыми звеньями, такой вот красивой, шикарной цепочкой с овальными звеньями. Еще рассматриваю вот такой вариант или вот эту. У нас в интернет-магазине greenbird.ru огромный выбор самых разных цепочек. Для вашего удобства здесь под видео я оставляю ссылку на все цепочки, которые я здесь вам показала. Заходите в интернет-магазин, заказывайте с доставкой прямо к вам домой, либо приезжайте к нам в шоурум. Самое сложное, конечно, это выбрать, какую цепочку я буду брать. Но я решила взять максимально похожую на ту, которую носит Кейт. Мне кажется, это вот эта вот. Сейчас я возьму цепочку и примерю на свое запястье. Мне надо понять, какой длины она мне нужна. Посмотрите, я думаю, что вот так. У меня 15 сантиметров, даже почти 16. Я беру инструмент, вот так открываю, видите? Открыла, снимаю отсюда звено. И теперь мне понадобится вот такое вот колечко, лобстер, карабин, замочек. Идеально, прямо ровно подошло. Вот этот карабинчик здесь соединяет всю цепочку в браслет. На самом деле можно так и оставить, но мы видели на фотографиях, рассмотрели с лупой, у Кейт там еще висит подвесочка. Я пришла к нам в магазин greenbird.ru. Здесь тоже для вашего удобства я оставляю ссылку на раздел с подвесками. Выбирайте, какую хотите. У нас огромный выбор. У Кейт подвеска какая-то вот такая, простая монетка. Вот прямо на этот браслет сюда мы сможем добавить вот такую монетку, и будет прямо как надо. Но еще, я думаю, между другими вариантами у нас есть вот такие вот сердечки с кристаллами. Бабочка вот такая шикарная, вся усыпанная фианитами. Тоже смотрите, как роскошно, шикарно смотрится. Лимончик для летнего лука. Или вот такая ромашка. А можно и ромашку, и сердечку. Посмотрите, как здорово они вместе смотрятся. Это амулетик, куда можно положить что-то памятное. Туда можно положить такую специальную бумажку, на которую капается эфирное масло. Можно положить фотографию своего любимого или своих детей, или какое-то памятное что-то. Вот так вот закрыть и носить это тоже здесь, как амулет, как талисман. Очень-очень красиво. Можно взять вот такую штучку, маленькую. Если вы не хотите большую, то можно взять маленькую. В общем, подвески есть на любой вкус, на любое событие, на любое время года. Выбирайте, какие нравятся вам. Но я возьму вот эту, для того, чтобы сделать украшение максимально похожее на то, которое носит Кейт. А теперь пришло время сотворить волшебство. Я беру инструменты, плоскогубцы, а вы поставьте лайк этому видео, потому что без лайка ничего не получится. Держу колечко одним инструментом и вторым открываю его. Смотрите, вот так открыла. Надеваю подвеску за специальное отверстие. Опа, повесила. Сюда же я повешу специальную фурнитуру. Это называется бейл. Это такой коннектор, который соединяет подвески с цепочками. Ссылку на него я тоже оставляю здесь под видео для вашего удобства. И теперь колечко закрываю вторым инструментом. То есть возвращаю обратно. Посмотрите, получается вот так. Надели цепочку с одной стороны, с другой стороны. Такой вот браслет у нас получился. И сюда за этот же карабин я цепляю вот эту подвеску. Посмотрите, получается вот так. И та-дам, вуаля, вот такая шикарная получается красота. Красота, шик, королевская роскошь. Я надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Я вижу, вы поставили лайк этому видео. Подписаны на наш канал вы уже давным-давно, вы знаете, что здесь, в королевстве зеленой птички, всегда, каждую пятницу выходит новый урок. Классные, стильные, модные украшения своими руками. Присоединяйтесь к нам в наш телеграм-канал «Бисерное королевство» и присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу номер 2. Интернет-магазин greenbird.ru. Там я общаюсь с вами каждый день, выкладываю какие-то новости, промокоды, показываю, какие новые товары к нам приехали. В общем, будем на связи, увидимся совсем скоро. А мне, кстати, хочется посмотреть, как же будет выглядеть этот браслет с другими подвесками. Сейчас я остаюсь и буду рукодельничать дальше.
Ну что, как вам такая красота? Обязательно напишите в комментариях, какой вариант браслета вам понравился больше. Пока-пока! Все, это все. Она образец чего? Рояльность? Рояльность и элегантность. Ну, можно сказать, рояльность. Какие-то образец.